А никто же не знает, сколько зарабатывает Путин. Ну, имеется в виду, официально-то, может быть, там есть какая-то зарплата 60 тысяч рублей в месяц. Но по факту, сколько там реально у него денег, не знает даже Навальный. Ебать, нищеброд. Борис Джонсон. Да. Хочу такой же рейтинг самых богатых стримеров в России. Барак Обама, блин, серьезно? 40 миллионов состояния. Там, наверное, Трамп где-то будет самый... А, тут еще и Наполеон... О, ебать, нихуя себе, откуда у него в те времена столько денег? Джордж Вашингтон. Подожди, что это за страны вообще? Хотя подписали бы, блядь, что это за страна вообще? Вот это кто, блядь? Ислам Каримов. Что это за флаг? Я просто в этом не разбираюсь. Фидель Кастро. Ой, блядь, осуждаю. Подожди, это миллиарды уже пошли? Нихуя. Узбекистан? Что? Он богаче Обамы? Он богаче, чем... Чего, блядь? Как, нахуй, президент Узбекистана богаче, чем, блядь, первый президент Америки или какой-нибудь там? Непонятно, короче, тут сразу видно, кто у нас... Какие... Я даже не знаю, как это комментировать, как бы. Ну, тут, в принципе, все очевидно, да? Все как бы очевидно. Особенно вот этот Мугабе и прочее. Все понятно, понятно, короче, да. Чем богаче президент, тем он хуже, собственно говоря. Ну-ну. Ой, бля. Ой, бля. Охуеть. 3 миллиарда. 4 миллиарда. Я в шоке просто. Ким Чен Ир? 4 миллиарда. Даже нет, Дональд, ну, понимаете, у Дональда Трампа у деньги еще были до того, как он стал президентом. Но все, он уже был богатым. Ким Чен Ын. 5 миллиардов. Нахуй ему столько денег в стране, где ничего нет. Саня Абача, бля. Осуждаю я. Да. Ебанутся, блядь, 20 миллиардов, нахуй. 22, 53 миллиарда. Он установил крайне коррумпированный авторитетный режим. Авторитарный, точнее, авторитетный. Блядь. Чё, рак простаты у кого? Где? Умер от рака простаты. Ну зато было 12 миллиардов. Реально. Кто эти, блядь, вообще люди? Пиздец. У них даже лица какие-то, сука. Какие-то они, ну, не вызывают доверия вообще. Ты смотришь на лицо и думаешь, ну, блядь, вор. Чё за Ален Рыжий? Это кто, блядь? Ален участвовал в битве при... 1040 год. Откуда у него, блядь, 200 миллиардов? А как? Ебать, он наравне с Каддафи. Откуда вот эта цифра вообще? 200 миллиардов долларов. Здрасте, Хидет. У Трампа 5 миллиардов, а у, блядь, Путина 200 миллиардов. Подождите, да у всей Америки столько денег нет. Ну ладно, есть, конечно, ну как бы... О, ебать, Медведев. Так Путин скоро царя догонит. Ебать, триллионы уже идут. Король Соломон, блядь. Его отцом был Давид, поэт и царь, основавший иудейскую династию. Август Цезарь, ё-моё. Акбар заболел
1605 году приступом дизентерии, от которого так не оправился. 21 триллион. Пиздануться, блядь. 100 триллионов долларов, блядь. Чингисхан, ты чё, ёбу дал? О жизни Чингисхана и его внешности известно очень мало. Да, зато то, что у него было 100... Как он, где, вот, ну, как? Вы можете себе представить 100 триллионов в реальной жизни? Потому что тогда, в те времена, не было банков. Не было банковских карт. Как он их где хранил, блядь? В подвале держал, что ли, или как вообще? 100 триллионов. Золото. Да даже если это золото, это... Сколько золота надо? Жесть. Алмазы какие-нибудь, не знаю, там изумруды, блин. Я не понимаю, зачем так много денег, если в итоге они, ну типа, в итоге все люди умирают, рано или поздно. Куда тебе триллионы, блядь, долларов, если ты даже не, ну ты не успеешь их потратить все, даже если ты, блин, очень этого захочешь. Нахуй так воровать жестко. Не проще просто раздать эти деньги бедным, или просто своему народу, и хотя бы в сердцах людей остаться хорошим президентом, хорошим человеком.